Всем привет, друзья, с вами Брайан. Продолжаем нашу кампанию за колонии в новом свете. Продолжаем бороться с силами хаоса. Ну, даже мы сейчас в каком-то роде не так боремся с ним, как наблюдаем, как эти силы хаоса сносят либо эльфа, либо егермейстера. Поглядываем за вот этим вот моментиком. Ну что, мы идем на Чакву, будем ее колонизировать, подождем второй стык, тоже сейчас подойдет сюда. Тут, не знаю, вряд ли, скорее всего, хаос уничтожит. Городок. Маловероятно. Ну, давайте закончим ход. Ну что, что-нибудь произошло? Ничего не произошло, да, пока? Та хрень что-то там наверх поплыла. Тут, может, вот эти черепушки снесем, тролли, чтобы они не мешались. Дополнительно. Ну, вроде никого нет рядышком, да? Горфанг тут лазит. Гномы, вы где? Где гномы? О, там, подожди, конфедерация? О, отлично, отлично, отлично. Шикарно. Это прям шикарно. Как классно. Минус 94 тысячи, правда, по баблу. Yes, my lord. I will marshal the band. Блин, жесть тут армии, конечно, утилия. Это мы сразу просто, видать, по нем давить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько там всего. Охренеть просто. Особенно меня радует то, что тут республиканской гвардии прям до хрена в стеках. Жесть, стеков насобирал. Блин, ну на самом деле я прекрасно знаю, что у них будет до хрена стеков, потому что я играл за этих ребят, и у них экономика прям, ну, мега мощная. Поэтому, в принципе, ничуть не удивительно. Ну, тут построечка хорошая прям. За 2400 общественный порядок на всю фракцию в Барионе. И так десяточку дает, да? В принципе, на рост можно здесь убрать. Поставить на доход. Блин, ну сейчас будем немножко тут разбираться с постройками. Смотри, тут вообще уников куча. В битвах против скавинов. Строительство стен вокруг поселения. Ну, здесь от оборота, что там могут захватить доход от торговли. Блин, плохо стены не поставить. Точнее, вино не поставить. В Магрите уже есть построечка. О, рыцари пылающего солнца даются. Офигеть. Это круто. Вот просто для них нужна ли кузня? Интересно. Если я сейчас снесу. Хотя подожди, ну да. Это мы узнаем на следующий ход, получается. Это мы узнаем на следующий ход. Порядок вроде бы
Не знаю, посмотрим. Нужен он здесь или нет? Блин, этой толпой просто надо идти и бомбить крысу сейчас в Сквернаскавине. Вот, строительство стен вокруг и есть поселение. Боже мой, тут уников, тут еще один уник. Ни хрена, тут еще гораздо больше, чем когда мы с вами за Висенланд играли уников. Не, в Сартозе ничего не добавили. Ну, эту, наверное, оставлю. Потому что тут скверно пока еще бушует. Борджо. Так, мне надо как-то вот эти сейчас стеки вообще, в общем, тут две армии, прям их скомпоновать и в атаку идти. By the comet. Sir? Yes. Moving off. So? Плохо, что у Борджо, правда, перемещение немного, да? Так, мы за... тут у нас рыцари Мора даже есть. Откуда они у тебя, интересно, друг? Как ты их себе взял? Гномы. Все арбалеты убираем. The nation calls. Yes, general. Let us move. Этих отсюда убрать. Пушку оставим. Стрелков немного получается. Их убираем тогда. Уникальный тоже отряд Республиканской гвардии. Гнома тогда убираем тоже. Step to it. Move. What? Ready. Now. Вот эти тоже стрелки хороши. Does the emperor bid? Who calls? The nation calls. Yes. Скай здесь сразу стоит. Куда идти? Как мне это экономику отладить сейчас? С таким количеством армий. Еще зараза, минус в том, что они все на марше стоят, а я многие армии не могу даже переместить взять. Гноми стек можно убрать. 76. Блин, ну реально обидно, что вот
Так, тут теперь смотрим. А кто у нас здесь главный? А где его, кстати, второй генерал находится? А, Леонардо Катраца ранен, сейчас понял. What does the emperor bid? Yes, my lord. I will marshal the men. Гномы, 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 много гномов. Что за ребята делают? Карминовые рыцари какие-то. Против... Давай вот пиратов с Артозов, короче, убираем. Гнома вот этого убираем. Проклятую роту убираем. So, I will marshal the men. Praise Sigma. Ну тут много хрени. Но мы с этой фракцией сейчас не воюем, да? То есть она на нас сейчас не нападет. Наверное, полностью стек убираем. Как же жалко, просто там такие отряды топовые у них. Их очень жалко прям убирать. Yes. To the provinces. Так, гномов надо тоже чуть-чуть уменьшить. Ну-ка. Давай попробуем собрать армию теперь. Республиканскую гвардию сюда. Стрелки. Арбалетов убираем. Сюда чисто гномов закидываем. Все равно многовато, да? Так, давай тогда без тяжелых мечников, чисто гномов. Но гном они лучше, чем мы, типа, иди вроде. Вариант. Вот такая вот армия у нас получилась. Вот. Еще 49 тысяч. 49 тысяч. What? И ход даже не прождешь никаким образом. Налоговая ставка. Так, давай посмотрим, что остается у нас по армиям в итоге. Где что у нас осталось? А, можно единственное еще что, Гашнага убрать, чтобы он сейчас места не ел. Его можно заменить. Взять, убрать. Ну-ка, 37, да? Все равно многовато. Вальмир сидит здесь. Тут тоже, блин, армия элитна. Ну, тут как бы надо сформировать тоже стек. Тут один оставим. Тут тоже бы стек сформировать.
Да убрать армию. С этой тоже не знаю, что делать. А 37 тысяч. А 37 тысяч. Давай сломанные пики уберем. Вот этих мечников уберем. Телохранители казначея, республиканская гвардия. Тут что? Вот этих убираем. Пиратов Сартоза убираем. Мортиру убираем. Туда тоже одну армию сформируем. Тут две пушки, здесь две пушки. Убираем эти две пушки. Тут телохранители казначея, есть куча пик. Вот эти пики все убираем. Так, тут еще надо что-то. Давай один отряд. Тут у меня два таких, да? Тоже сливаем их. 15, тут 6, да? Тяжелого мечника убираем. Все, то есть вот это объединится в один стек у нас дело. В один стек. Ну, эту армию придется полностью. Тут, блин, правда, осадники Барганзы тоже неплохие лучники. Ну, а куда мы их поставим? Тоже давай тогда полностью удаляем армию. Не вариант. Все равно минусяра жесткий остается. What does the emperor bid? Now, to the provinces. Empire! Ready? The nation calls. Who calls? Who calls? Direct me. Давай мы тебя сейчас прокачаем, посмотрим, что в итоге получится. Доспехи тебе выдадим. Тут что-то не переведено совсем. Так, есть какая-нибудь уникальная ветка? Молниеносный удар. Скорость исследования, доход от городов. Скорость исполнения потерь. Снижение содержания есть. Стоимость содержания врага. Доход портов. Полученные потери после битвы. Давай скорость исполнения потерь возьмем здесь. Надо 8 навыков потратить, чтобы открыть. А оно мне надо. Типа отношения со всеми фракциями. Наверное, не надо. Что тут у нас есть? Содержание для магов. Шанс получить магический предмет. Тоже такое себе. Только разве что дополнительный ресурс взять. Ладно. Боеприпасы для стрелковой пехоты. Я, наверное, взял бы сейчас действительно как раз боеприпасы для стрелковой пехоты. И все, пока. И можно прокачать коня тебе. Он боец хороший, Борджио, на самом деле. Поэтому сделаем из него, соответственно, танка.
ученик мага здесь не нужен, у нас мага все равно в армии нету. Все. Но минус я не нашел, как побороть проблему эту. Сейчас попробуем торговлю позаключать, посмотрим, что там по денежкам дадут еще дополнительно. Мне на самом деле нашкребсти бы реально, так, нет, нашкребсти бы денег сейчас, чтобы покрыть минус свой. На один ход хотя бы. А я бы на следующий ход уже прозабрался со многими армиями и вышли бы в плюс, соответственно. Пробуем сейчас всеми силами нашкрепсти эту сумму, необходимую нам. Будем всякие договора заключать. Сколько у меня денег не видно, да? А, 21, ну слушай, почти в принципе. И нашкребли сумму необходимую. Все, да, вроде бы со всеми фракциями, с кем могли. О, давай мир. Мы с тобой, друг, не собирались воевать. Это все виновата вот эта вот хрень, с которой ты дружишь. Ну что, нашкребли? Да, нашкребли. Нашкребли. Даже 4000 лишние будут. Ну и хорошо, ну и славно. Так, где-то мы указ не повесили. Вот здесь не повесили указ. Восстание здесь неизбежно. Указ в Сартозе повесить. Все. Так, ну вот. Нам даже денег столько надавали, прям. Так, подожди, там какой-то предмет у тебя, отдай его, наверное. Снимай. А что вот это чё? А, это, наверное, этого раненого нашего лорда. 15, да? The Empire. Ну все, на следующий ход мы берем Сквернаскавен уже. Гном вроде бы поможет мне тут. Мы же сейчас... Блин, скажи, что нет, не дойдем, блин. А, ну, в принципе, я тут... сделаю следующее.
минус 10 тысяч, да? То есть, как бы, возьмем уже этими силами город. Капитана, уволим этого. Я так понимаю, что, вот этих никто не слил, что ли, вот тут? Племя яйца-яйца. Че, серьезно, не слили? Проблема будет нам. Дополнительная. Show me the accused. Now, fight for our nation. Надеюсь, тут мы сейчас колонизируем, на нас никто не выпрыгнет. Yes, it is for the best. Так, нету бессмертия. So? Rex will. Бля, вот это слив, конечно. Охренеть. Ой, блин. Против темных, против скайвинов, стан зверолюдов. Незапятнанность. Дополнительные ресурсы. Так. Ну, такое себе. Людоящеры. Не нравится. Стрелков и арту будем качать. Когда у нас выздоровеет тот лорд легендарный? Потому что у него тоже есть плюшки очень хорошие. Я бы их ему раскидал. Через два хода. И сейчас, конечно, блин, пока у нас еще вот этот вот плюха действует, 16 ходов, надо бы строиться. Она нам скидку предоставляет очень крутую сейчас. Хотя бы немножечко. Просто здание вообще копейки стоит с ней. Точно стены не дает? Нет, не дает. А сюда ничего не поставишь, тут два уника еще запихнуть надо будет. Сюда пока разве что только стены поставим и все на этом. И яйцо отстроим. Все, у меня еще 24 тысячи осталось даже по денежкам. Your orders?
Сейчас Сквернаскавин расхреначим, я думаю, здесь мы одну армию соберем в итоге. Я думаю, там еще куча всяких экономических построек у нас настроится. И в итоге в плюс выйдем. Тут еще город, видите, у нас осаждается. Мы с него доход не получаем никакой. А кто тут, интересно, сидит? Клан Эшен-то уничтожили? Уничтожили. А кто что может быть? Кстати, зря там капитана распустил. Надо было его как раз-таки на разведку отправить. Что-то вот не подумал. Давай тогда охотника на ведьм возьмем. На дальность перемещения. Пусть бегает, посмотрит, что там. Так, а что мы тут? Доход от торговли, студент, гонец. Давай гонца поменяем на что-нибудь другое. Незапятнанность, да? И обзор поменяем на шанс приходить вражеских героев. Все, так. Сгоняем вниз, глянь, что там. Что там есть. Yes, my lord. Да, тут, короче, завры сидят. Так, там верхний город спалили. Тут меня в осаду взяли, да? Это вот это все, что осталось? Вот эта вот хрень спалила город? Вот это вот дохляк. Добей его, я город колонизирую. Sigma compels us to the provinces. Yes. What does the emperor bid? By Sigma. Все-таки вот эта армия пришла, да, к нам? The Empire. Direct me. Ну что, интересно, двумя армиями возьмем город на авторасчетике. Хватит нам сил. Блин, не хватит. Не хватит. Придется разворачивать бой. Забавно. Что там гном не хочет союз со мной сделать? Я, по-моему, приказы выдавал бы, кого слить. Не хочет. Как обычно. It is time. So. Сейчас а тут поменяем лорда. Вроде бы уже должен вернуться был он.
А, еще один ход, ни хрена, еще ход. Когда вот эти пойдут в атаку, блин? Че они так долго там сидят? Так, по стрелкам у нас. В принципе, более-менее. Так, подкреп, конечно, второй неудачно придет. Вот забавно, кстати, что вот именно почему-то у колонии нету своего высокого high-tier level отряда. Вот, допустим, у Тили это республиканская гвардия. У пограничников это щитоносцы. У Стали тоже кто-то есть, но не помню, как отряд называется. А у нас что-то, блин, как-то вот чего-то не додали. Потому что если вот телохранители казначея, ну телохранители казначея, они у всех этих фракций есть. Они под лимитом. Они как бы хорошие отряды, потому их и поставили под лимит. А вот уникального вот у нас нет отряда. Я, правда, не знаю, искатели приключений это считается уникальным отрядом. Но, честно, если сравнивать, то и щитоносцы, и республиканская гвардия на порядок лучше, чем искатели приключений будут. Элементарно просто даже в том, что у них, ну, броня у всех за сотку. А у искателей приключений 65. И если в осадах городов они еще более-менее показываются, то в битвах на открытой местности они уже... заметно хуже. Этот отряд уже уникальный пихает от этих от потерянного легиона операция. Всегда выдается еще отряд арбалетчиков. Да, далеко. Сейчас там пушки пойдет, займет, блин, башни. Так, кто у нас стреляет? А, все стреляют. Блин, арта самая последняя. Ой, блядь, два отряда. Рыцарь Мора взорвал. Крысёныш. Сволочь. Ну, говнюк. Так, мы только это их особо прям там не убиваем. Пусть бегут. Не хочет взорваться, не хочет взорваться. А может, ты взорвешь их? Не, не захотели взорваться. На арту теперь накинулись. We are Sigma's heirs. Formation, march! Надо вот этими стрелками на самом деле их раскидывать, чтобы они взрывали себя.
Halberdiers! Yes, General! Sigmar calls! In range! Чё-то не хочет он взрывать. Просто полегли. Где там его отродья все? Слушай, а может у него нет взрыва? Что-то просто как-то странно, что нет. Ни разу не взорвал еще меня. Красавчик Борджио. Борджио-осадник. Может, не будет взрывать? Sigmar commands. My orders stand. Formation, march. Так, а вы... Кто на коняшках? Ты на коняшке. Ты пешком, да? А, ворота мы уже сломали, я понял. Сносим верхние отряды пока вовсю. Ты можешь лезть наверх. И ты подходи и лезь тоже наверх. Мортирки бы начать стрелять. Вот этот тут инженер-колдун, его бы грохнуть. Сейчас они вдвоем залезут и пойдут тогда туда. Навряд ли, да, наверное, снесем его. Чумные монахи. Ну, он вроде сюда сам идет уже. Идет, давай его убиваем.
Его, по крайней мере, сольем. Там у нас кто еще? Гнилич остался. Будет он колдовать, не будет он колдовать. Запустить бы их сюда в город, чтобы они отсюда стреляли. Кстати, а мерзости нету, да? Накручивай, накручивай их на себя. Куда ж вы их пропускаете-то? Бля. Ну как так? Ну бля, ну что ж вы, для чего вы там стоите? Стоите, блин. Все отлично, победа. Да, слил все-таки отрядик, жалко. Засранец. Надо будет отстраивать новый Тилос тут. Предприятие по очистке сразу поставим. Что еще? На рост сразу поставим. Тут снесутся, еще построечки закинем. Столицу захватили. Так, по постройкам немножко пройдемся, много не тратим, только самое необходимое. А, слушай, тут незапятнанность очень хорошая сама по себе. Давай-то на мостовые сюда поставим, они доход нам поднимут тоже, когда отстроим полностью. Общественный порядок, рост 25, предельные потери. В монументе Луны, оказывается, уникальная построечка есть.
А, ну слушай, да, там же у нас анлокер-то обновился. Может, где-то мы еще что могли профукать, какие-то уники. На самом деле бы проведать. Многие города надо будет. Где-то что-то может и есть еще для нас уникальное. Потому что тогда, когда мы играли, уникальные постройки многие не отображались. А потом вышел специальный мод как раз-таки. Да не, в принципе, больше нет, ничего такого не вижу. Все то же самое везде. О, Катраса вернулся, отличненько. И Фестер, и Гнау кланы были уничтожены, да, все. Давай, я хочу, чтобы ты вот здесь возглавил. Если не ошибаюсь, ты вроде бы гномов там бафаешь. А может и нет. Нет, гномов не бафает он. Даже не знаю, пускай местный резерв, ладно, будет доход от портов, стремительный удар, снижение содержания. Все, хватит, там больше ничего не надо. Стрелки и артиллерия. О, для гномих воинов доспех. Пока здесь все. Это провинция. На фракцию нету бафов, да, никаких? Сюда надо 3 очка навыков потратить, чтобы взять вот этот. Короче, что против пехоты бонусы взять. Дальность перемещения, обзор на карте кампании. И тут 15% к содержанию. Как бы хороший баф, но не, ну, но не сейчас. Но не сейчас его качать. Потом возьмем обязательно. Сопротивление урона 20%. Спас бросок. Кольцо есть. Ранг новых отрядов. Паромщик, угляжок. Давай вот это меняем. Лесник тоже не нужен. Дальность перемещения. Незапятнанность поставим. Силы ветров магии, потом найдем мага, поставим туда тоже. Обзор на карте. Шанс получить магический предмет 8%. Тоже берем. Все. Комплектован. Так, и у нас что? 19 тысяч минус 6700 доход.
Тут пока все. Что-то придется все-таки распускать. На самом деле, мне надо было вот эту вот армию. Тут у меня вот элитные отрядики стоят Вальмира Госсера. Мне надо было вот этот стек объединить, да? Элементарно. Так, что мы тут можем перебросить? Поменяем вас местами. Так, у тебя фулл армия, считай, да? Так, вот этих распускаем. 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 4300. Все, на корабли поплыли. Налоги же у меня везде включены. Налоги везде включены. Там еще Гашнак у нас восстановится скоро. И я могу, в принципе, его вполне поставить вот в эту армию. Он мне тоже снижение содержания даст. Через сколько он ходов появится? Так, скройся. Через два. Он тоже, в принципе, скинет там содержание армии. Вроде бы как и выйдем в плюс. И армия у всех... во всех армиях легендарные лорды сидят. Ну тут надо будет разворачивать бой определенно. Хороший стек там у него. Ты что, его размотаешь, да, чтоб я колонизировал спокойно тут? Он не нападет, все равно один он. Шансов у него нет. Все. Ну что ж, ребят, ладно, на этом будем нашу кампанию, я думаю, сегодня завершать. Что, у нас одна битва была, да, за Свернаскавен? И из достижений это то, что мы законфедератили. У нас теперь очень много региончиков появилось за счет этого. Кстати, там не появилась возможность торговать, появилась. Территории-то у нас снова смежные, да, с ним? Вот, 3600, еще лучше. Еще лучше. То есть, два хода можем дождаться, в принципе, нашего легендарного лорда сюда, да, посадить. И будет зашибись все. Все, ребят, если понравилось видео, не забудьте его поддержать лайком, подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, оставляйте комментарии. С вами был Брайан, всем удачи, всем пока-пока.